В настоящее время ко мне непрерывным потоком поступают сведения о подготовке наступления вооруженных сил Украины и банд так называемой Национальной гвардии на Донецк. В последние дни противник резко активизировал деятельность своих разведывательных групп, а также артиллерийские удары по позициям ополчения, жилым кварталам, промышленным предприятиям. Непрерывными потоками идут колонны в районе Донецка и Макеевки, в район Горловки. Переброска войск идет все возрастающими темпами. Одновременно массированно применяются тяжелые реактивные системы залпового огня, крупнокалиберная артиллерия, оперативно-тактические ракеты «У». Жертвы населения во время так называемого перемирия превышают аналогичные в период активных боевых действий месячной давности. Две ударные группировки противника, имеющие отчетливо наступательную конфигурацию, нацелены на столицу ДНР северо-запада и юго-запада. Третья, сосредоточенная в районе Дебальцево, может нанести удар на Шахтерск или глубже, на Красный Луч и Антрацит, чтобы выйти на границу с Россией через наименее прикрытые ополчением ДНР и ЛНР районы и сразу поставить ее под контроль, отрезав ополчение от любого снабжения. Если все собранные украинской стороной силы будут одновременно решительно брошены в бой, то малочисленные, слабо вооруженные и плохо управляемые части ополчения без прямой российской помощи будут быстро разгромлены, и Новороссия прекратит свое существование, едва народившись. Опираясь на имеющиеся в моем распоряжении данные, а также информацию и анализ компетентных специалистов, прогнозирую, что атака украинских войск будет прежде всего нацелена на захват непосредственно городов Донецк и Макеевка, агломерации которых являются крупнейшей и важнейшей в регионе. Поводом для наступления может стать любая провокация, устраивать которую киевская хунта научилась мастерски. Атака может быть только стремительной и решительной, направленной на быстрое достижение результата, так как иначе она теряет всякий смысл. Украинская сторона прекрасно понимает, что если операция затормозится, то высока вероятность вмешательства России. Захватить Донецк или хотя бы часть его до того, как российское руководство примет решение вмешаться – вот задача ВСУ. А потом можно будет заявить об одностороннем прекращении огня и обращаться к США и к Европе с лицемерными заявлениями о приверженности к разрешению конфликта мирными средствами. Главное – не дать российскому руководству времени на принятие адекватного решения. А о том, чтобы до последнего сдерживать военный ответ на украинскую агрессию, должны позаботиться те же самые лица, которые недавно остановили наступление на уже оставленные украинскими частями Мариуполь. Проще говоря, Киев решил рискнуть, быстро ударить и тут же вновь замириться, но уже на своих условиях. Потому что без Донецка или со столицей разделенной линии фронта ни о каком суверенитете Новороссии речи идти не может в принципе. Если данный план будет успешно реализован, то это станет крупнейшим военно-политическим поражением Российской Федерации после 1991 года и повлечет серьезные внутриполитические потрясения. В данной связи обращаюсь с просьбой к представителям всех российских служб, контролирующих условия выполнения Минских соглашений, обратить особое внимание на планы украинских карателей и проинформировать президента о вероятных последствиях их реализации для русского народа Донбасса и для России.